Все по очереди успеешь, не переживай. Мне теперь без возбуждения, но я могу и тебя. Динозавры. Дендропарк приехал в Житомир. Велоцираптор. Велоцираптор. Такой маленький вице. Интересно. Ивано. Дом. Такой интересный. Как раз снес яйца и охраняет их. Прикольный. Хочет скушать свой хвост. Но у него не выходит. Дальше пойдем посмотрим, что у нас здесь за зубастик. Разные зубастики. Он какой. Сейчас сорвется и побежит. Самый зубатый. Вот еще зубатик. Машет лапкой хвостиком. Какой прикольный. Это у нас кто? Тираннозавр. Так, а это кто у нас такой? О, какие песни поет. Самый певучий. С языком еще. Стегозавр. 8 метров длина. Такой этот прикольный тоже. Еще какой-то летучий. Горка. А здесь вообще летучая мышь какая-то. Вот это да. В полете. О, вот это вообще какой-то самый большущий. Самый длинношеи. Репит. Это вообще длинный жираф. Ого.
трицератопс. Да-да-да. Трицератопс. Какой. Дальше смотрим, что у нас. Вот тут самая длинная шея. Жираф такой. Динозавр жираф. Еще до 40 килограмм. Конь. Это у нас кто? Брахиозавр. Такой самый длинношеи. О, какой длинный. Ого. Какие ступни большие. А это что у нас? Эораптор. Вот это эораптор. Вот такой прикольный. Хвостатый. Аллозавр. Вот такой зелененький. Похож на крокодильчика. Ой, какой он трясущийся. Вот это да. Самый устрашающий крокодил. Посмотрим, что у нас здесь. У них еще подсветка есть. Представляю, вечерняя интересная подсветка здесь должна быть. А это что у нас такое? Прикольное. Темные яйца. Ух ты. Ничего себе. Это у нас спинозавр. Спинозавр. Спинозаврик. Вот здесь какие-то прикольные. С этой стороны собрались динозаврики, еще зачепляют тут. Что дальше? Что здесь? Аллозавр. Аллозавр. Аллозавр с коробки. Лапками. Яйца динозавров есть. Так, что? Еще глянем здесь. Что у нас здесь? Интересно. Зубатая. Вот с этой стороны какой прикольный. Что? Диметродон. Такой красавчик. Замер. Это что? Ой, тоже что-то такое интересное. Надо с той стороны пойти почитать, что это. Так, а это такое с крыльями какое-то. Птеранодон. Птеранодон. Какие крылья у него. Ну-ка, что-то еще. Пиликает.
Тутиомим. Вот он так интересно, звуки у него. Динозаврик. Посмотрим, что. Амаргазавр. Амаргазавр тоже большой такой. Интересно, как ракета или как конь, лошадь, как лошадь какая-то. А это чего такое? Вот катаются люди. Динозаврики. Это еще один зеленый. Хорошо, идем сюда. Байроникс. Байроникс такой. Ого, какой хищный. Интересно. Так, здесь у нас яички. Динозавр. Дилофозавр. Ну и что, он здесь замер или еще шевелится? Не шевелится? Просто замер. Без шевеления. Вот это все. Все динозаврики. Такой обзорчик. Всем спасибо за компанию. Пишите отзывы, понравились вам динозавры. Верите ли вы в динозавров? Вот как же. О, какой злобный динозаврик. Песни поет. А этот тоже такой. Трусится динозавр. А этот длинношеи, который. Такие динозаврики приехали в Житомир. Не знаю, долго ли они здесь будут. Даже на некоторых можно покататься. На таких зубатиках. Интересно. Все, всем пока. До встречи в следующих видео. Пока-пока.